Встреча со студентами классического приватного университета – часть работы по расширению сотрудничества комбината «Запорожсталь» с запорожскими учебными заведениями. Аналогичные встречи студентов с Ростиславом Шурмой уже состоялись в трех вузах. В начале диалога с генеральным директором «Запорожстали» – вступительное слово. Модератор его тем – аудитория. Первая тема – о перспективах развития комбината. Чтобы через 5 лет наш завод был лучшим заводом в Восточной Европе, в СНГ, ну и, понятно, в Украине. Когда мы говорим про лучший завод, что это значит? Это значит самое новое оборудование, самое лучшее оборудование, первое. Второе, это самые лучшие показатели работы, финансовые, производственные, технические и так далее. И третье, это самый лучший коллектив, самыми лучшими зарплатами, социальным пакетом. Впрочем, для того, чтобы добиться поставленных целей, важен базис. Для металлургического комбината это слаженная работа коллектива единомышленников. Для студентов, уверен Ростислав Шурма, это образование. Причем учиться не для диплома, не там для циферки, там в табеле где-то или еще, а учиться для себя. И когда я говорю про учиться, это речь идет не только о там, классическом образовании, там, слушать лекции, читать книжки. В первую очередь заниматься самообразованием, и в том направлении, которое вам интересно и куда вам лежит душа. Среди участников встречи – студенты экономических и юридических специальностей. Вопросы четкие и конкретные. Например, об особенностях коллективного договора «Запорожстали». А это документ, в котором на обеспечение гарантий работников заложено более 150 миллионов гривен, признан лучшим в отрасли. Интересовало студентов и то, как комбинат смог в течение 1 года стать прибыльным предприятием и приступить к масштабной модернизации. Главным двигателем всех положительных изменений на «Запорожстали», говорит Ростислав Шурма, стал коллектив профессионалов. Краеугольный камень преобразований, наряду с повышением эффективности производства, снижение влияния предприятия на окружающую среду. А в рамках этой модернизации мы планируем, что мы наш комбинат «Запорожсталь» действительно выведем не только на все украинские нормативы по выбросам, а в принципе и на европейские. И картина с точки зрения экологии будет точно такая же, как там в любой европейский город хороший поехать, там в Дуйсбург, например, в Германию. Да, под заводом люди живут, ничего не дымит, не пахнет, все нормально. Все это реально. И мы это будем внедрять этими проектами. Это кропотливая работа в течение 5 лет, настойчивая. И каждый год вы будете видеть, там, какие проекты запускаются. Модернизация «Запорожстали» предполагает строительство конвертерного цеха. Детали одного из самых масштабных в стране проектов, пообещал генеральный директор комбината, станут известны в течение нескольких месяцев. Работа предстоит большая, а значит понадобятся усилия не только технических специалистов. Я хочу подчеркнуть, что мы на самом деле очень открыты там, к любым предложениям. Вот, и всегда с удовольствием любые инициативы, которые поступают от специалистов, а вы специалисты в области образования, мы всегда рассмотрим и попытаемся что-то подчеркнуть для себя. Важность таких встреч для студентов и преподавателей, говорят, в классическом приватном университете, трудно переоценить. Дело в том, что это молодой руководитель, современного типа уже. И студенты, которые сегодня пока еще студенты, в будущем это тоже руководители нового типа будут. И им надо учиться у тех, кто уже сегодня чего-то достиг. Несмотря на то, что наш вуз не является техническим, но я все-таки думаю, что сотрудничество в дальнейшем возможно. И если, правда говорят, если сильно захотеть, можно в космос полететь. Вопросы были очень интересные от ребят. Видно, что интересуются многими вещами. Видно, что не безразличны. Видно, что хотят развиваться. И, честно говоря, это радует, что у нас есть такие студенты, потому что это будущее Запорожья, это будущее нашей страны.